Ночью над Владивостоком и соседними городами и районами прошел дождь, из-за которого дороги намокли и обледенели. Это обернулось серией ДТП на трассе в Артеме, где мусоровоз столкнулся с автобусом, а несколько легковых авто скатились в кювет. Несколько аварий произошло и на скользкой федеральной трассе между Уссурийском и Владивостоком. Минимум 6 машин столкнулись на трассе под Владивостоком в районе бывших дилерских центров по пути в Артем. В центральных районах дальневосточной столицы дороги тоже мокрые, но больших затруднений это не вызвало. Скользкие дороги и в Надеждинском районе, сообщают жители Тавричанки. В Приморье полицейские работают на месте автоаварии с участием автобуса. Сегодня утром в полицию поступило сообщение о ДТП со школьным автобусом на 4-м километре федеральной автодороги А-370 Уссури. На место происшествия прибыли должностные лица госавтоинспекции и следственная оперативная группа ОМВД России по Надеждинскому району. В автобусе находились 14 детей пассажиров, сопровождающий и водитель. По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали 8 детей. Назначено проведение ряда исследований. Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки. Сегодня в Надеждинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Водитель школьного автобуса двигался по автодороге на Хабаровск-Владивосток-Тавричанка в поселок Рыбачий. За детьми, значит, в автобусе находилось 14 детей и сопровождающие. Все дети были пристегнуты на момент совершения дорожно-транспортного происшествия, что помогло не допустить серьезных травм детей. Сейчас дети находятся все в больнице у осмотра врачей. Значит, водитель, двигаясь по данному автодороги Хабаровск-Владивосток-Тавричанка, на 4-м километре на спуске не учел особенность дорожного полотна, вот, обледенение, и совершил дорожно-транспортное происшествие опрокидыванием в правый кювет по ходу движения. Значит, транспортное средство на первый взгляд имеет технически исправное состояние, колеса зимние, значит, техосмотр пройден, страховка имеется.